Манатов Сергей. Являюсь студентом 5 курса кафедры электроники и наноэлектроники. Специализация промышленной автоматизации. Этот конкурс прежде всего заинтересовал меня тем, что на нем можно будет ознакомиться с передовыми образцами оборудования, которое применяется в промышленной автоматизации, и обсудить их с представителями компаний. По поводу дальнейшего занятия программированием промышленных устройств, я считаю это очень перспективным направлением, так как сейчас в промышленности есть много интересных проектов, которые необходимо автоматизировать. Лаборатории сейчас тихо. На самом деле в соседних комнатах факультета электронной техники Мордовского государственного университета сейчас идут битвы, сражения. Ну, мирная битва. Сейчас второй день соревнований по современным технологиям автоматизации и робототехники, которые мы проводим сейчас в мае 2015 года. Соревнования, которые мы очень давно хотели провести. С одной стороны, мы уже несколько лет в учебном процессе ведем дисциплины, посвященные программированию контроллеров, программированию операторных панелей, преобразователей частоты, то есть всей той техники, которая применяется при построении современных систем автоматики. Но нам уже давно хотелось и показать себя, и показать свои лаборатории, и посмотреть, кто что может и знает в других вузах. То есть обменяться каким-то хорошим опытом. Но и самое главное, еще пропагандировать это направление. Направление, на наш взгляд, очень и очень нужное. В соседнем классе идет мастер-класс по программируемым реле. В классе напротив идет мастер-класс по системам программирования под SIS, по контроллерам PLK-150. То есть разговор идет о технике компании OVIN. Компанию, которую на российском рынке представлять не нужно. Это один из известнейших производителей средств автоматики у нас в России. Пользуясь случаем, кстати, хочу выразить огромную благодарность за предоставление и той техники, за ту помощь, которую они нам постоянно оказывают в работе нашей лаборатории. Победители еще не названы, соревнования еще идут. Ну, победит, наверное, сильнейший, хотя здесь, наверное, и проигравших не будет. Мне очень нравится, с каким настроением приехали ребята из других вузов. На самом деле, приехали не биться, не сражаться, познакомиться, пообщаться, узнать, у кого чего есть. И хочется пожелать им в этих соревнованиях хорошего, хорошего успеха. Приехал на данную студенческую конференцию для того, чтобы обогатить свои знания в области автоматики, чтобы не отставать от новых изобретений, получать новые знания в области автоматики и не отставать от жизни таким образом, быть в курсе всего.